Каком расстоянии? В таком должно быть. Вот примерно таком, да. И потом постепенно будем подводить. Когда запустим, да, да, то не давая соприкоснуться, конечно. Не дадите потом делать. Ударило. Меня тоже. Итак, дорогие друзья, слава богу, что я включил видеокамеру, и вы зафиксировали этот момент. Никто не мог себе даже предположить. Так, у вас магнит? Так, поделитесь впечатлениями, да-да. Ну, это эксперимент. Ну, говори. Я немножко шокирован, жалко. Спасибо. Об этом, в принципе, предупреждали, что когда диски раскручиваются до большой скорости... О, у меня рука начинает опухать. Ого. Ничего страшного. Да. Так, ну... дорогие друзья, на этом, я думаю, эксперимент остановился. Все, временно. Да, понятно, скорость. Все недопустимо. Да, 2000 оборотов и закрепление на болтики и на клей непозволительно. Нет. Да, вот это вот здесь, да, явно. Как? Ничего, нормально. Ну все, стоп, снято, дорогие друзья. Вечный двигатель отменяется пока. К сожалению. Пока. Да. Поэтому, когда инвесторы спрашивают, на что нужны деньги, и говорят, да тут и $100 как бы хватит. Я говорю, ну хватит, да, пока мы не раскрутим это до каких-то оборотов. А потом все разлетается и взрывается. Да? Стоп, снято. Нам нужна лаборатория. Вот, и причина... Дайте причина... мне венчик, я подниму, чтобы вот эти осколочки никому не впились. Да, жалко, все это время склеивалось. Да. И знаете, в чем дело? Причина вот в чем, оказывается. Вот это не должно быть пластмассовым. Угу. Вот. Все у нас все. Оно все. Вот это пластмасса, вот это она не выдержала. Да? Она. А, она отломилась. Она отломилась, да. Ее притянула, она удалилась. А ее притянула? Да, притянула, конечно. Вот, поэтому проводить это надо на специальном столе, зажимать в тисках, это все. Под колпаком. Специально оборудованную лабораторию. Конечно, люди, это еще раз. Вот, дорогие друзья, которые пишут мне письма и говорят, что они готовы организовать производство по выпуску устройств автономной генерации, вот прежде чем организовать устройство, нужно сначала вот сделать вот такие испытания. То, что физический принцип работает, несомненно. Это было доказано на малых оборотах, на малых как бы изделиях. Но для того, чтобы с такого изделия можно было снять 5 кВт, нужно конструкцию раскрутить. Что такое? Да, друзья, вот цена вопроса. Вот это да. Вот это мы не видели. Разбитая плазма. Да. Вот это да. Ну вот, в принципе, уже и нарисовался проект, на что, в принципе, скидываться, дорогие друзья. Скидываться нужно хотя бы для того, чтобы компенсировать вот эту панель. Да, плазменную жидкокристаллическую панель, которая разбита неимовернейшим образом. Да, вот это да. А что я скажу маме? Да. Что я скажу папе? Вот это да. Это, друзья, был когда-то телевизор. Вот цена вопроса, да. Каким образом человечество двигать вперед. Это для мысли хозяина. Ситуация омрачается. Ничто не предвещало такого исхода. Здесь тоже есть. Маленькая мина. Да. Это не так страшно. Думаю, да. А, тут тоже разлетелось. Да, да, вон удар какой был. Да, разбитый. Да. Кошмар. Ну что ж, будьте аккуратны, дорогие друзья, и не повторяйте этих опытов. Как видите, на дому чем отличается умный от дурака? Дурак учится на своих ошибках, а умный учится на ошибках дурака. А мудрый их не допускает. А мудрый их просто не допускает. Вот. Поэтому вы имеете дело как раз антимудрым человеком. Да. Ну, мы все должны были предположить. Да, уж слишком мы разгулялись. Да, тут. Ну, улетело так далеко, аж вот до двери не прилетело.
Все живы, вы живы, бокс. Все живы, да. Так, да, да, давай обращение к своим друзьям, товарищам, что необходим проект, который сможет компенсировать я и ученому. Я шокирован произошедшим. Налицо потери. Вот, Ярослав заснял потери. Конечно, все живы, но... Могут ли музыканты сделать благотворительный концерт и все сборы направить на компенсацию конечно, затрат? Конечно, призываю всех совершить. Не только единообразно, не единожды, а многократно совершать, объединяться, помогать, идти вперед. Оленька, что-нибудь скажешь? Плут в шоке. Ну, я думаю, что ситуация поправима. Все получится. Да, 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 люди. Ну что, это впервые, у меня такое впервые. Да, мы разогнались. Вот такое, да, уж увлеклись настолько я... Хотелось. Как обидно, елки-палки. Да. Как перед супругой объясняться? Мужественно, на коленях. Мужественно на коленях. Как можно еще перед любимым человеком, который теперь не сможет уснуть без телевизора. Ой, главное, что вот это дитё не пострадало. Ну что ж, данный ролик я направлю в том числе и производителям компании Samsung. Уважаемые совет директоров, пиар-службы, сотрудники компании Samsung. Вы увидели, как глазах энтузиазм человека в области развития прорывных неких направлений привел как бы к потерям. Да, он, конечно, сам виноват. Он стал проводить это дело в своей гостиной комнате, не удостоверившись в безопасности и так далее. Факт налицо. Но разве можно укорять человека, что он стремится двинуться вперед? И, по-моему, был бы очень хороший пиар-ход, если бы компания Samsung могла бы приехать и сказать: мы увидели, что вы делаете в роликах. И только не переживайте, продолжайте свои работы. Вот вам еще телевизор, еще вот его расколотите, пожалуйста. Ну все, на этой позитивной ноте, дорогие друзья. Если вы просмотрели этот ролик, пошлите письмо в компанию Samsung. В принципе, любой производитель может предоставить свой телевизор и сказать: Samsung треснул, а наш не треснул бы. Бронированный. Стоп, снято. Еще в Немчиновке нам надо оборудовать всю площадку плазмами и селекторной связью, но это уже отдельный ролик. Стоп, снято. Работа над вечным двигателем продолжается.